Всем привет! Хочу приготовить бездрожжевой хлеб. Давайте готовить. Для теста нам понадобится творог, кефир. В кефир добавляю чайную ложку соды, хорошо все перемешиваю. Добавляю к творогу. Также добавляю сметану. Одно яйцо. Соль чайную ложку, мед чайную ложку. Хорошенько все перемешиваю. Сегодня я буду добавлять лен. Также можно добавить кунжутные семечки, тыквенные семечки. Хорошенько все перемешиваю. Мука у меня уже просеянная. Добавляю постепенно муку и замешиваю тесто. Тесто должно получиться мягким и эластичным. Хорошенько все перемешиваю. Добавляю муку постепенно. Дальше я буду месить тесто руками. Хорошенько вымешиваю, добавляю муку по надобности. Такой хлеб получается очень вкусным и очень полезным. Обязательно попробуйте испечь такой хлеб. Подписывайтесь на мой YouTube канал, чтобы не потерять вкусные рецепты. Будет еще много интересных рецептов. Тесто готово, получается вот такое мягкое и эластичное, слегка липнет рукам. Сверху можно посыпать еще немного льна, немного придавливаем, придаем форму хлебу. Выкладываю на пергаментную бумагу. Обязательно надрезаем хлеб, чтобы он у нас не треснул при выпечке. Выпекать буду заранее в разогретой духовке при 180 градусов 35-40 минут. Мой хлебушек готов. Оставляем хлеб на решетке до полного остывания. Вот такой красивый хлебушек получился. Очень ароматный и вкусный получается хлеб. Вот такой красивый. Очень воздушный. Очень мягкий. Обязательно пробуйте. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Всем приятного аппетита!